14 сентября на территории историко-культурного комплекса под открытым небом «Золотая горка» было весьма многолюдно. В столь героическом месте прошел субботник, который приурочен к началу обороны Сморгони в Первую мировую войну. Военные действия здесь начались 15 сентября 1915 года. Субботник – это одна из лучших традиций прошлого, которую в Беларуси не просто сохранили, а вдохнули в нее новую жизнь. Следует отметить, что наведение порядка на земле становится образом жизни многих белорусов. Это повседневная систематическая работа, кропотливый и трудоемкий процесс. 14 сентября, вооружившись граблями, метлами и триммерами, навести порядок на героическом месте «Золотая горка» пришли сотрудники историко-краеведческого музея. В год исторической памяти особое внимание местам боевой и воинской славы, ведь история – фундамент нашего общества и государства. Мы вырашили провести субботник, які прымеркаваны да даты пачатку обороны Сморгоні 15 верасня 1915 года. Менавіта на Золотой горце, гэта аб'ект Сморгонскага музея. І вось сваімі высілкамі, сваімі намаганнямі мы тут справляемся сёння, косім траву, прыбіраем. Мы запрашаем да супрацоўніцтва ўсіх зацікаўленых людзей, якія шануюць вось гэты перыяд гісторыі, які мне абыякавы першай сусветнай вайны, так, і да ўдзелу, да дапамогі нейкай і ў фізічным сэнсе, і магчыма ў плане добраўпарадкавання, калі будуць нейкія жадаючыя, мы будзем удзячны, будзем супрацоўнічаць з задавальненнем. Таксама нам дапамагаюць Дякую великий супрацовник предприємства меліоративних систем Павел Кахановский. Он завжди допомагає нам, варто это отзначить. Ми вельми удячні і нашому Сморгонському ПМС, тому супрацовнику, тому що ось коли яка серйозна козьба, то вони завжди нас підтримують. Вельми приємно. Сотрудники музея покосили и убрали траву, собрали мусор. Отрадно, что к этому делу они подошли централизованно, объединив все силы, ведь чистота и порядок давно стали визитной карточкой Беларуси. Субботник – не только уборка территории, но поднять, хорошее поднятие общественного духа, а также общение, хорошее настроение. Погода нас не подвела сегодня, так что все будет сделано, все, что задумали, то и будет сделано. Подобные мероприятия помогают людям не только создать эстетическое пространство вокруг, но и бережно относиться к истории своего края. Можно сделать вывод, что субботник прошел плодотворно. Ведь только так, вместе, дружно, сообща, мы можем сделать любимую Сморгонщину чище и краше.